позитивом. Здесь, куда, короче... Куда идешь? Мы находимся на горе Меганом. Вот. На горе уже? Да, предгорье. Ага. Меганом. Собираемся идти, короче, вот вдоль вот этой всей тропы до маяка. И заканчиваем путь на конце Меганома. Ты там был? Нет. Ну, короче, значит, мы идем туда, и что увидим, будем показывать, да? Нет, я хочу сказать, что здесь... Вы видите, а зачем тебе вот это? Скальные... А, это же защита. Вы же видите, здесь все горные каменные породы. Бывают. Короче, вы серьезно да, подходишь к походу. Будьте защищены, будьте в каске, все будет. Приветствую вас, мои позитивы. Сейчас мы находимся в одном из загадочных мест Судака. Это одно из самых жутких мест Крыма. Это Меганом. Здесь мы сейчас видим прямое доказательство того, что существуют, скорее всего, иные цивилизации. Потому что такие выемки, такие так аккуратно отгравированные, просто нереально где-то еще быть. Вот. Это самая аномальная активная зона нашего города. Самый опасный участок пути, практически все дошли, есть пострадавшие, но их немного. Вот. Ну, я говорил, каска имеет свое влечение. Мы сейчас находимся возле маяка. Вот. Маяк находится вот там, вот если мы увидим, он беленький такой вдалеке. Там он туман. Не, вон маяк, он на самом конце, приближайте, товарищ оператор. Вот. Здесь также существует акулий плавник. Это якобы раньше. Вот. Здесь мы видим акулий плавник. Вот. Это есть поверье, что в древности здесь были акулы гигантские. И они окаменели. Окаменели от окаменелость. И когда Черное море было высушено, вот, они остались здесь над водой и высохли, замерзли и окаменели. Вот. Но с нами этого не произойдет. Что могу сказать? Сейчас мы находимся в самом вообще загадочном месте Судака. Мы сейчас находимся в центре зодиакального круга, который выложен неизвестно кем абсолютно. Причем все зодиаки смотрят точно по направлению к каждому. Вот. Здесь в центре имеется такое жертвоприношение, и каждый берет и кидает. Я кидаю вот такой вот очень необычный камень. Очень необычный. Теперь якобы мой зодиак рыбы, то есть будут мне благовещать, короче, идеи, вот, и, конечно же, встречи с вами. Вот, сейчас я сижу возле самого необычного камня, по нему можно узнать, какова тень, аура и карма человека. Вот, каждый, кто сюда садящий, он смотрит на размер своей тени и видит, какая... И каска даже есть, да? Да, каска это одевается специально для того, чтобы... А энергию чувствуешь? Да, очень большой прилив энергии. Он калашматит постоянно. Здесь как будто разряды электричества постоянные. Могу сказать, это довольно-таки забавное, приятное ощущение.
Вот. Предлагаю всем посетить это место. Ограничены его фантазии, гласит наша народная судакская мудрость. Здесь мы видим наскальную живопись всех тех, кто здесь посещал эти загадочные места, оставлял о себе какую-то память, открывали глаза. Многие художники здесь, можно сказать, их посещала муза. Вот. Я думаю, такие как Леонардо да Винчи, они родились в этих местах. Да. Именно благодаря таким. Да, вот эта вот энергия, которую ты тогда видел. Я думаю, она за путешествие по самому загадочному месту судака, это гора Меганом. Что здесь такое? Вот, здесь создался новый храм. Сам, нового что ли? Поколения. Нет, его строили, приезжают сюда буддисты, и каждый вносит свою лепту. Вот, то есть кто-то аккумуляторы приносит. Зачем, зачем буддистам? Этот храм строился людьми вручную из глины и морских камней. Если вы видите, здесь у них есть свой, можно сказать, алтарь. К этому алтарю есть доступ свободный. По-моему, надо поклониться сначала. Да, здесь поклоняется вот Будде. Вот. Мы ему поклонились. Вот. Сюда приезжают буддисты со всего счастье мира. Счастье написано. Вот. Желают нашему городу счастья, добра. Вот. Каждый сюда вносит свою лепту, что-то оставляет. Кто-то, может, конечно, вандализмом занимаются люди, есть они везде. Но главное, это храм нового поколения. Как вы знаете, февраль месяц. Мы вот взяли с собой арбузик, настоящий арбузик. Вот сейчас его надкалываем, будем сейчас кушать его. Так что можно сказать, что лето в судаке уже начинается. Витамины, да? То есть витамины за здоровый образ жизни. Витамины, кушайте, видите правильный образ, здоровый. Давай, погнали. Вот, сейчас мы этот арбуз будем на ваших глазах расплавывать. Горы Меганом 348 метров над уровнем моря. Я слышал, это
говорить, вот. А то люди сюда не поедут. Смотрите, а надо нам пропагандировать. Как всегда, готовили для вас этот репортаж о нашей местности, о нашем городе, о наших горах. Судаки следите круто. За нами. В Судаке смотрите. Круто, да? В Судаке круто! Мы каждую неделю это делаем. И между прочим, сейчас зима, да? Какое сегодня число? Сегодня 8 февраля. Да, вообще. Life a sense, I say.